Это ушки будущего зайчика. Вяжу их из Янард Дольче. Вяжу параллельно. Одно ушко, сразу же второе ушко. Вяжу по мастер-классу. На YouTube нашла один мастер-класс. Мне понравились именно ушки, как там исполняются. Вот такие вот они получились. Таким размером они получились. 24 сантиметра. Совершенно одинаковые. Так вот. Вот. Сейчас хочу найти где-нибудь на YouTube или, может быть, ВКонтакте, как вяжутся ножки. Те, которые у меня задуманы. Они должны быть примерно такие, как у моего первого зайца. Но мой первый заяц очень большой был, как бы они, та схема уже туда не подходит. Или взять за основу ту схему и просто ее уменьшить. Ну, сейчас подумаю и решу, как мне поступить с ножками. Вот. Вот такая пряжа. Такой вот персиковый цвет. Зайчик будет для девочки. Подарок на день рождения. Вот такой вот рисунок. Вот. Мягкие. Пушистые, мягкие, мягкие. Продолжаю вязать зайчиком, зайку-девочку персикового цвета. На выходных я связала вот такие вот два классных уха. Сейчас приступаю к мордашке. Слушаю мастер-класс на YouTube. И пытаюсь повторить. Вот первые столбики без накида на нашей мордашке. Ну что, буду я продолжать дальше. Вот сейчас я уже провязала начало, наверное, затылочной части у зайчика. Вот, вязала ушки. Получается, это будет затылок у зайчика. Вот такой вот. Вот такой у него будет затылочек. Ушки вязаны. Теперь никакой ребенок их отсюда не вырвет, если только с корнем. Вот. Вот такая вот получается техника интересная. Я еще не ввязывала детали сразу. Поэтому это у меня что-то новенькое. Спасибо большое за мастер-класс Татьяне. Я оставлю ссылочку, чтобы и другие люди тоже могли связать такого замечательного зайца. Ну, а я буду продолжать. Глазки ждут. Длинные уши. Надеюсь, что у меня все получится. Не могу, чтобы не заснять этот момент. Заяц с открытой пастью. Это так рассмешило вообще. Ну, я уже на стадии оформления мордашки. Вот. Уже связала вот такой вот ему носик.
Уже это, конечно, смотрится больше похоже на зайца, чем было до этого. Вижу мордочку, вот носик, вот эта вот часть мордочки. Вижу из пряжи софти, такой приятный снежочек. Вот крючок взяла уже поменьше. Самого зайца я вязала ушки. Вязала самым большим крючком, шестерочкой. Голову я уже вязала поплотнее, потому что здесь наполнитель, чтобы он не вылез при стирке. И просто, чтобы не выглядывал. Тут уже поплотнее я взяла крючок номер 5. И очень плотно вязала. Поэтому ушки получились такие вот рыхлые. Такие вот рыхленькие. А уже сама голова вот такие плотненькие столбики, чтобы ничего здесь не пропустить. Вот. Чтобы связать вот эту вот часть мордочки, я взяла крючок еще меньше. Это крючок номер 3. И вот такая вот пряжа, она очень сложно вяжется, потому что совершенно не видно ни столбиков, ни рядов, можно сказать, вязания на ощупь. Но это того стоит. Просто очень красиво получается. Вот, надо будет сейчас придумать, какой сделать ему сам носик. Какой-нибудь, наверное, розовый. Ладно. Я продолжаю. Вот в итоге какая у меня получилась голова зайчика с носиком. Глазки, ушки. Здесь дальше она будет прикреплена к телу, которое еще нужно связать. Не знаю, возможно, сегодня я не буду заниматься телом. Кстати, тело хочу тоже вязать по такому же принципу, как ушки. То есть сначала свяжу ручки и ножки, а потом, когда буду начинать снизу вязать тело, буду к нему привязывать ножки сразу. Дальше вяжу и привязываю ручки. Надеюсь, все получится. Почти заяц. Вот так. Оп. Зайка. Продолжаю вязать зайца. Значит, связала я сначала две ножки вот таких. Потом начала вязать туловище вот здесь по кругу. В пятом ряду я ввязала готовые ножки. И здесь дальше начала расширение, чтобы было такое вот пузико. И вот так вот кругленько, чтобы все это тельце выглядело. Оно еще не набито. Там немножко есть синтепуха, но мало совсем. Вот. Сейчас я связала две лапки вот такие. И вот здесь провяжу убавки, наверное, на двух или на трех рядах. Там уже буду смотреть. Потому что вяжу без схемы. Как бы по ощущениям пора, значит пора. Вот, ввяжу вот сюда вот эти лапки с двух сторон. И дальше уже будет совсем закрываться тельце. И потом будет сшивание головы и тела. Лапки и ножки уже будут к телу пришиты. Вот, заяц все ждет.
Когда же я его в кучу всего соберу? Вот такой заяц. Опа! Красавчик. Глазки голубые, носик розовенький. Ладно, продолжаем. Ну вот он, заяц, в готовом виде. Все на месте, все пришито. Лапки, ушки, ножки, глазки, носик и даже бантик. Надеюсь, что он очень понравится своей будущей хозяйке, и она его будет с удовольствием обнимать, играть, жалеть и любить.